Юлия Субботина, микрофон выключите, пожалуйста. Мир всем. Мира. Помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди вселисьевны. И очисти нас всякие скверны, и спаси, Боже, души наша. Господи, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии. Прибудь с нами. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 32 по 33 стихи. Так, я могу ошибаться, что закладку не сделал. Двадцать четвертый, 25 стих. Ученик не вы. Алло. Глава. Глава 10. Так, секундочку. Евангелие от Матфея, 10 глава, 24-25 стихи.
Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Что, вроде проходили? Проходили этот стих? Нет, да? Толкование. Здесь учит терпеть обиды. Ежели говорит, я терпел, учитель Господь, то тем более вы ученики и рабы. Пока они ученики, они меньше учителей, но когда они становятся лучше их, то они уже не ученики. Так точно и раб, пока будет рабом, не может быть больше господина своего. Вопросы? Двадцать шестой, 27 стих. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайное, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Толкование. Извлекайте утешение из того, как поносит меня, ибо если меня назвали князем бесов, что странного, если оклевещут и вас, домашних моих. Назвал их домашними, а не рабами, показывая тем как бы свою родственную близость к ним. Впрочем, говорит, будьте уверены, что истина не скроется. Время обнаружит и вашу добродетель и злобу клеветников. Если сначала я оклевещу, то после прославят вас. Что я сказал вам одним и в одном месте, то проповедуйте смело и громко, так, чтобы все слышали вас. Так как с такой смелостью соединены опасности, то присовокупляет. 28 стих. Не бойтесь и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Толкование. Научает презирать и самую смерть. Наказание в гиене, говорит, страшнее смерти, потому что обыкновенные убийцы губят одно тело, а душе же иногда доставляют благо, тогда как Бог, вергая в гиену, казнит и душу, и тело. В гиене, сказал, означая этим словом вечность наказания. Вопросы. Матфея, 10 глава, 29-31. Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Толкование. Чтобы ученики не возмущались, как будто оставлено им, говорит. Если воробей не может быть пойман без моего ведома, то как покину вас, которых так люблю? А чтобы показать особенное внимание и промышление, говорит, что самые волосы наши на счету у него. Не думайте, будто воробьи ловятся без ведома Божия. Нет, даже и ловля воробьев не неизвестна Богу. Вопросы. Матфея 10:32-33. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. Дмитрий Юров, микрофончик выключите, будьте добры. А кто отречется от меня пред людьми? Отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Толкование. Сим побуждает
к исповедничеству. Недовольствуется верою, таимою в душе, но хочет, чтобы она исповедуема была и устами. Всякий, исповедующий Христа Богом, найдет самого Христа, исповедующим его пред Отцом своим, как верного раба. Напротив, те, которые отрекаются, услышат: «Не знаю вас». Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина, довольно-таки пространный на сие место толкования. В самом начале, еще на подходе к созданию церкви, Христос ставит непременное условие спасения – проповедь. Не молчание, не монашество, не богослужение, не самоуглубление, хотя все это появится и сыграет свою положительную и отрицательную роль. Христос говорит притчу о сеятеле, Лука 8:5, «Вышел сеятель сеять». Великим сеятелем является Иисус Назарянин. К подражанию, к следованию за собой он призывает всех своих учеников. Этот принцип сеяния является основным признаком того, что душа возродилась во Христе Иисусе, и в ней отобразился Христос. Филиппийцам 2:5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Воскресший Иисус ищет деятельные души, которые подчиняются Ему во всем и всюду следуют за Ним, как за пастырем. В дальнейшем, особенно в IV веке, с момента провозглашения христианства государственной религией, когда не десятки и не тысячи, а миллионы номинальных христиан заполнят церковь, искренне желающие спастись увидят в этом гибель, невозможность исполнять заповеданное Христом и находиться в этой обмерщенной церкви. И они побегут в пустыни, будут образовывать монастыри, писать свои уставы, почти не сверяясь, не согласовываясь с Евангелием. Начнется самоуглубление, будут измыслены всевозможные подвиги, борьба с плотью, и будут в этом деле свои чемпионы, такие как Паисий Великий, Антоний Великий. В дальнейшем счет пойдет не на десятки, а на миллионы отшельников и монахов, которые за всю жизнь ни разу не держали в руках Библию. Они скрывались за этими монастырскими стенами навсегда, скрываясь от мира, ходили на исповедь, ежедневно открывая свои помышления руководителям-старцам. Все здесь, как и в житии Марии Египетской, поражает воображение. Сила их духа подвига. Но во всем этом нет ничего не только евангельского, но есть прямо противоевангельское. Спаситель заповедовал идти в мир, а не прятаться от мира. Евангелие от Иоанна 17:15. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Движение души, потянувшееся к Богу, может быть спасительным только тогда, когда эта душа свой путь будет сверять с кровавыми следами Спасителя. Церковь Христа – это гостиница, но не тюрьма. Человек, привезенный в гостиницу добрым самарянином, имеет свой дом знакомых, которым, конечно же, он и возвратится после излечения. Израненная грехами душа, признав себя погибшей, уверовав в искупительную, заместительную жертву голковского страдальца, принимает ее в свое сердце. И Господь берет грехи этого человека на себя и умирает за них на кресте и омывает их своей пречистою кровью. В
Получив прощение грехов во святом крещении, этот человек благословляется Иисусом за труд в этом погибшем мире. Он не замыкается в стенах церкви и монастыря. Это противоестественный антиевангельский путь. Он обязан по чувству любви к ближним, подобным себе, исповедовать Христа как Агнца, как Пасху новую. Он должен выйти на пажить, как самарянка, пошедшая от Христа в город, как исцеленный бесноватый. Евангелие от Иоанна 10:9. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Перечитайте несколько раз этот стих, рассуждая от обратного, мы услышим такое звучание, что если человек, вошедший в церковь, не выйдет на проповедь о распятом и воскресшем Спасителе, не будет искать эту пажить, то есть души, над которыми он должен трудиться, он не спасется. 1 Иоанна 4:15. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Апостол Павел умолял последователей Христовых смотреть на опыт тех, кто следовал за Иисусом, чтобы эти люди были покорны словам Евангелия, которые они приняли всем сердцем, и исповедуют пред всеми, что это их светильник и руководство в жизни. 2 Коринфянам 9:13. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Христос ставит непременное условие исповедовать имя Его пред теми, кому мы будем иметь доступ. Он обещает победу своим верным служителям, обещает и то, что Он сам исповедует таких перед всей Вселенной в судный день, что это его верные последователи, которые шли за ним, куда бы он их ни повел. Откровение 3:5. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и перед ангелами его. Исповедовать значит свидетельствовать о любви Божией, освещая мрак этой жизни. Надежда Васильевна, выключите микрофон. 1 Фессалоникийцам 1:8. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайе, но и во всяком месте произошла слава о вере вашей в Бога. Так что и нам ни о чем не нужно рассказывать. То, что сегодня называют православием, прийти, помолиться и снова молча заниматься своими делами, даже своей душою никому не свидетельствуя о пришедшем Мессии, о его скором возвращении на землю. Такой веры первые христиане не знали, и такая вера в языческом окружении сгинула бы в первом столетии. Произошла страшная подмена Евангелия вымыслами человеческими, которые преподносятся в обложке, в кавычках, святости. Но возрожденная душа скинет с себя эти вериги и воскликнет, Псалом 118, 113 стих, «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Истинное православие – это жизнь во Христе по Евангелию с непрестанным исповеданием Спасителя своего.
Вопросы? Игнат Тихонович, вопрос такой. Здесь написано, ну, кто исповедует, того и я исповедую. И дальше написано, кто отречется. То есть не написано, а кто не исповедует. Вот отречение и неисповедание – это одно и то же? Или все-таки именно необходимо отречение, как написано? Или нужно понимать, что кто не исповедует, тот тем самым и отрекается уже? Именно так и есть, потому что это одно предложение. Микрофон не включили. Именно так и есть, потому что неисповедование есть отречение от слов Христа. Кто любит меня, соблюдет мои заповеди. Отвергая заповеди Христа, отрекаемся Христа. Тут все понятно. Я попутно скажу. Виктор Савченко вот здесь есть. Виктор, напиши в моем мире, как там тарелка подсоединяется, под каким телефоном. Я туда уезжаю, а тот Виктор-то велел узнать, на какой телефон-то теперь система-то будет указывать. Скинь для меня там, поясни. И попутно я скажу, тут я видел, кажется, есть Виталий Калиников. А то я больше не увижу, и я что-то не вижу его. Его нету. Они там смотрят на какого-то Петерима, то другой. Один раз сказали, отойдите. Вы терзаете свою душу. Что там разбирать его, где он был, пел. Это никакого отношения не имеет. Человек не верит в Бога. Это все. Как говорит... Ой, считаем его Златоуст об этом, неоднократно он говорит. Христа ведут на распятие, а вас пьяных ведут домой. С такими красными толстыми губами, как ты можешь говорить о посте? Вы посмотрите на него, о ком говорите-то. Это плоть. Там духовного ничего нет, и о нем не надо говорить. Вся его внешность пышет одним. Дай. Отойди и помолись о нем. Ну, прямо скажи, испытывает его там. Это не надо время тратить. Не собирайте эту грязь по интернету. Его так видно. Один раз я сказал ему о крещении. Он на меня кинулся, давай меня драть, кусать сразу же. Ему все чуждо. Я просто жалею вас, поэтому говорю, отойди, больше никогда его не касайся. Господь его, говорит, уже запятнал одними губами. Все. Отошел. Матфея, 10 глава, 34-36 стихи. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Толкование. Здесь ближайшим родством означается всякое родство. Самых даже близких, говорит, пришел я разделить сына с отцом, дочь с матерью, ибо сын особенно любезен отцу, а дочь матери по естественному подобию. Сказал я о разделении снохи со свекровью, потому что снохи оказывали особенное почтение и угождение свекровям своим. Говоря же о невесте, предлагает и жениха, разделяемого с тестем. Если же человек должен разделиться с отцом, как большим его, то тем более с простым приятелем или дальним сродником. Не всякое согласие хорошо, напротив, иногда бывает хорошо и несогласие. Меч означает слово веры, которая отсекает нас от образа жизни домашних и сродников наших. Когда они препятствуют нам в деле богопочитания, говорит здесь о том, что должно удаляться или отделяться от них не без особой причины, но только тогда, когда они не ведут нас к вере и еще препятствуют нашей вере. Михея 7:6. Пророк, говоря о врагах человека между домашними его, имел в виду
древних иудеев, когда произошло между ними такое разделение сына от отца. Христос же прилагает сии слова вообще к неверующим, вообще к верующему, показывая, что все домашние, хотящего веровать, будут враги ему. Вопросы? Матфея 10:37-38. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Толкование. Видишь? Тогда должно возненавидеть родителей и детей, когда они хотят, чтобы мы любили их больше, нежели Христа. Кто не откажется от настоящей жизни и не предаст себя на поносную смерть, ибо так древние думали о кресте, тот недостоин меня. Вопросы. Тридцать девятый стих. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Толкование. Кто слишком заботится о телесной жизни, тот думает, что обретает душу свою, между тем, как на самом деле он губит ее, подвергая ее вечному наказанию. Напротив, кто погубляет душу свою и умирает, впрочем, не как разбойник или самоубийца, но ради Христа, тот спасет ее. Вопросы? Матфея 10:40-41. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Толкование. Так побуждает нас принимать тех, которые Христовы. Кто чтит учеников Его, тот чтит Его самого, а через Него и Отца. Праведников и пророков должно принимать во имя праведника и пророка, то есть потому, что они праведники и пророки, а не для какого-нибудь предстатательства или заступление пред царями. Даже кто носит только вид пророка, а на самом деле не пророк, ты и сего прими как пророка, и Бог воздаст тебе так же, как бы ты принял действительно пророка. Можно, впрочем, понимать эти слова и иначе. То есть, кто примет праведника, тот и сам будет признан праведным и получит такую награду, какую получают праведники. Вопросы. Матфея 10:42. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Толкование. Чтобы кто-либо не стал отговариваться бедностью, где мне взять огня, где взять хлеба и вина? Христос говорит, ежели дашь кому-либо хоть стакан холодной воды и признавая его моим учеником, получишь награду, достойную ученика моего.
Впрочем, чашу студеной воды подает и тот, кто вразумляет человека, пылающего огнем гнева и похотей, и соделывает его учеником Христовым, и сей, конечно, не погубит награды своей. Вопросы? Матфея 11:1. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Толкование. Послав учеников, сам он на время успокаивается, не творит чудес, а только учит в синагогах. Потому что если бы он, оставаясь на месте, продолжал исцелять, то не стали бы обращаться к ученикам. Посему, чтобы и они имели случай и время исцелять, сам он уходит. Вопрос. Матфея 11:2-3. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двух из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Толкование. Иоанн спрашивает не потому, будто не знает Христа. Как ему не знать того, о ком свидетельствовал? Вот Агнец Божий. Но спрашивает для того, чтобы убедить своих учеников, что он и есть Христос, так как они завидовали Христу, что Он посылает их к Нему. Простите. Так как они завидовали Христу, то Он посылает их к Нему, дабы, хотя при виде чудес, уверились, что Христос больше Иоанна. Вот почему и принимает вид неведения, спрашивая: «Ты ли тот, ожидаемый по Писаниям и имеющий прийти во плоти?» Некоторые, впрочем, говорят, что словами «который должен прийти» Иоанн спрашивает о сошествии Христа в ад, по причине будто бы неведения о сем, и что он как бы так говорил: «Ты ли тот, который должен сойти в ад, или нам ждать другого?» Но это не основательно, потому что Иоанн, больше из пророков, как мог не знать о распятии Христа и сошествии в ад, особенно когда он сам же называет его Агнцем, как имевшего закласться за нас. И он знал, что Господь сойдет с душою в ад, дабы и там, как говорит Григорий Богослов, спасти тех, которые уверовали бы в Него. Если бы Он воплотился в их дни и спрашивает не как не знающий, но как желающий вразумить учеников своих о Христе действием чудес Его. Вопросы? Матфея 11:4-6. «И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне“». Толкование. Под благовествующими нищими, разумея, или проповедавших тогда Евангелие, то есть апостолов, которые, как рыбаки, действительно были нищи и презираемы за свою простоту,
Или тех нищих, которые слушали Евангелие, желая получить сведения о вечных благах и, будучи нищи, добрыми делами обогащались верою и благодатью евангельского благовестия. Комментарий. Игнатий Лапкин. Любовь включает в себя две основные заповеди. Это две скрижали, два крыла к небу. Если человек сам познал истину, путь спасения, как он может удержать в себе эту радость? То, что сегодня пастыри к этому не призывают, и паства об этом не тоскует и не имеет в этом нужды, чтобы трудиться на поприще евангельского благовестия, говорит о невозрожденности пастырей и пасомых, о их теплохладности и пребывании в смерти. Деяния 1.8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии, и даже до края земли». Иоанна 16.13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит нас на всякую истину». Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Там, где Дух Господень, там свобода во Христе, проповедь любви о любимом. Он является темой всех разговоров. Нужно всегда помнить, что этот мир наполнен темными духовными силами, поставившими пред собой задачу во всем противиться повелениям Божьим и ставить преграды к претворению в жизнь заветов Христа. И особенно змей заботится о том, чтобы не рождались души, чтобы им никто не исповедовал Иисуса Победителя. И это учение молчания о неисповедании Иисуса, о неблаговестии, есть от дьявола, от красного дракона. Откровение 12.4. «Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Римлянам 8.9. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Дух Христов всегда побуждал пророков и апостолов на свидетельство в Слове Божьем. Дух Христос в человеке или иной дух, темный, злой, адский, это можно узнать по отношению человека к проповеди, к исповеданию Иисуса. 1 Иоанна 4:2. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. 1 Иоанна 4:3. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Вопросы? Евангелие от Матфея 11:7. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Толкование. Когда ушли ученики Иоанна, Иисус начал говорить народу, дабы, услышав вопрос Иоанна, не соблазнились и не стали говорить, не сомневается ли о Христе и сам Иоанн, и таким образом не переменил ли он уже своего мнения, хотя прежде и свидетельствовал о нем. Посему, устраняя такое подозрение от сердец их, Христос говорит, Иоанн не есть трость, но, то есть, не колеблется в мыслях.
подобно трости, колебаемой малым ветром. Потому что если бы он таков был, то зачем же выходили вы к нему в пустыню? Конечно, вы не пошли бы к трости, то есть к человеку, легко изменяющему свои мысли и слова, но ходили к нему как к человеку великому и твердому. Таков он и теперь, каким вы его почитали и видели. Вопросы? Матфея 11:9. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Толкование. Иоанн больше пророка, потому что другие пророки только предсказывали о Христе, а сей был и самовидец его, что очень важно. Притом другие пророчествовали после своего рождения, а сей познал Христа и взыграл, когда еще находился в чреве матери. Матфея 11:10. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Толкование. Назван ангелом и по-ангельской, и как бы бесплотной жизни, потому что возвестил Христа. Слово «ангел» значит «вестник». Он приготовлял путь Христу и свидетельством о нем, и крещением в покаяние, ибо за покаянием следует отпущение грехов, а сие отпущение дает Христос. Христос говорит это по отшествии Иоанновых учеников, дабы не подумали, что он льстит Иоанну. Пророчество же, приведенное здесь, принадлежит Малахии, 3 глава, 1 стих. Вопросы. Матфея 11:11. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Толкование. Объявляет с особенным утверждением истина, что никого нет больше Иоанна, а словом «женами» исключает себя самого, потому что сам Христос был сын Девы, а не жены, вступившей в брак. Вопросы? Одни же, 12-13 стих, одни же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Толкование. Христос возбуждает слушателей своих к вере в себя, показывая, что многие уже восхищают Царство Небесное, то есть веру в Него. Для сего, говорит, требуется большое усилие. Действительно, какого труда стоит оставить отца и мать и пренебречь душу свою? Вопросы. Матфея 11:14. И если хотите принять, он есть или я, которому должно прийти. Толкование. И здесь такая же последовательность в речи. Я, говорит, тот самый, который должен прийти, потому что все пророки исполнились. Но они не исполнились бы, если бы я не пришел. Поэтому вам нечего больше ждать другого пророка.
предтеча и Илия имеют одинаковое служение. Иоанн был предтечею первого пришествия, а Илия явится предтечею будущего. Вопросы. Матфея 11:15. Кто имеет уши слышать, да слышит. Толкование. Так возбуждает их к тому, чтобы они спросили его и узнали. Но они, как несмысленные, не хотели знать. Матфея 11:16-17. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям. Ой, простите. Которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Толкование. Эту притчу указывает на грубости своенравия иудеев. Им, как людям своенравным, не нравилась ни строгость жизни Иоанна, ни простота Христова. Но они подобны были глупым и своенравным детям, которым никак не угодишь, хоть плачем, хоть играй на свирели. Впрочем, выслушай и другое объяснение. У иудеев некогда была в обычае следующая детская игра. Дети, во множестве собравшись на площадь, разделялись на две части. И одна часть их, как бы в поношение настоящему житию, представлялась плачущую, а другая, напротив, играла на свирели. Между тем, торговцы, занимаясь своими торговыми делами, не обращали внимания ни на тех, ни на других. В укоризну иудеям Господь говорит, что они, поступая подобно сему, не подражали ни Иоанну, когда он проповедовал покаяние, не уверовали и во Христа, которого жизнь, казалось бы, радостную, но на обоих не обратили внимания. Вопрос. Матфея, 11 глава, 18-19 стихи. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Жизнь Иоанна уподобляет плачу, потому что Иоанн обнаруживал большую строгость и в словах, и в действиях. А жизнь Христа уподобляется свирели, так как Господь был весьма приветлив ко всем, снисходителен, да всех приобретет, благовествовал царствие, не показывая той строгости, какую обнаруживал Иоанн. Пища Иоанна была грубая и везде находимая. Ни хлеба он не ел, ни вина не пил. Напротив, у Христа была пища обыкновенная. Он и хлеб ел, и вино пил. Таким образом, жизнь их была противоположна одна другой. Однако иудеям не нравилась ни та, ни другая. Об Иоанне, который не ел и не пил, говорили в нем бес, а Христа, который ел и пил, называли человеком, любящим есть и пить. Евангелист не записал всех клевет их, почитая достаточными и сии слова к их обличению. Проповеднику покаяния так и следовало представлять себе образ сетования и плача. А подателю оставления грехов быть веселым и радостным. Впрочем, Христос не оставлял и строгой жизни, потому что жил в пустыне со зверями и постился 40 дней, как сказано было прежде,
да и участвуя в самых трапезах, он ел и пил благоговейно, воздержно, прилично святым. Когда уже, говорит, ни Иоаннова, ни моя жизнь не нравится вам, и вы отвергаете все пути спасения, то я, премудрость Божия, оказываюсь правым не перед фарисеями, а пред чадами своими. И уже вы не будете иметь оправдания, но непременно подвергнетесь осуждению, ибо я со своей стороны исполнил все, а вы неверием своим доказываете, что я прав. Так не отпустивший ничего, как не отпустивший ничего. Вопросы. Матфея, 11 глава, 20-22 стихи. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хазарин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. Толкование. Показав, что он сделал все, что надлежало сделать, а они между тем остались нераскаянными. Начинает укорять их, как непокорных. Дабы ты знал, что неуверовавшие были злы не по природе и не по местности, а по собственной воле. Господь упоминает Вифсаиду, из которой были Андрей, Петр, Филипп и сыны Зеведея. Ибо это ясно показывает, что злоба иудеев зависела не от природы, не от местности, а от свободы. Иначе, если бы злоба зависела от природы или от местности, то и те были бы также злы. Вифсаида и Хазарин были города иудейские, а Тир и Сидон – эллинские. Посему Господь как бы так сказал: «Эллинам будет отраднее на суде, нежели вам, иудеи, видевшие чудеса и не уверовавшие». Господь называет иудеев худшими тирян и сидонян, потому что тиряне приступили закон только естественный, а иудеи и естественный, и Моисеев. Те не видели чудеса, сии видели, и только хулили их. Вретище есть знак покаяния. Сыплют же на голову пепел и прах, как видим сетующие. Вопросы. Евангелие от Матфея, 11 глава, 23-24 стих. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе». Толкование. Капернаум возвысился тем, что был городом Иисуса, ибо он славился, как его отечество. Но это по причине неверия не принесло ему пользы. Напротив, он осуждается в ад, потому что, имея в себе такого жителя, не хотел получить от него никакой пользы. Слово «Капернаум» означает «место утешения». Посему заметь для предосторожности, что если кто сподобится быть вместилищем утешителя Святого Духа и потом станет гордиться и превозноситься до небес, тот, наконец, за свое высокоумие ниспадет до ада преисподнего. Итак, бойся, человек, и в трепете смиряйся. Вопросы?
Матфея 11, глава 25-26 стихи. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты таил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение“». Толкование. Бог скрыл великие тайны от признающих себя умными не потому, как бы Он не хотел даровать их им и был причиной их невежества, но потому, что они сделались недостойными, потому что почитали себя умными. Ибо кто считает себя умным и полагается на собственный разум, тот уже не молится Богу. А когда кто Богу не молится, то он не помогает тому и не открывает ему тайн. Бог многим не открывает своих тайн, и паче по человеколюбию, дабы они не подверглись большему наказанию за пренебрежение того, что узнали. Здесь показывает человеколюбие Отца в том, что Он открыл младенцам не по просьбе о всем чьей-либо, но потому, что так было угодно Ему от начала. Благоволение то же, что желание и соизволение. Вопросы. Матфея 11:27. «Все предано мне Отцом моим. И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Толкование. Выше Господь сказал Отцу: «Отче, благодарю Тебя, что Ты открыл. У меня и у Отца власть одна. Когда же слышишь «предано», не подумай, что Ему предано как рабу или как низшему, напротив, как сыну, ибо ему все предано, потому что он родился от Отца. Если бы он не родился от Отца и не был одного естества с Отцом, то и не было бы ему предано. У Отца и Сына сила одна, потому что открывает и Отец, и Сын». Вопросы. Матфея 11, глава 28-30 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Толкование. Призывает всех вообще, не одних иудеев, но и язычников, под труждающимися, надо бы наразуметь иудеев, как проходящих тяжкое законное послушание и трудящихся в исполнении заповедей закона. А под обремененными – язычников, которые обременены были тяжестью грехов. Всех сих Христос призывает к успокоению, ибо что за труд уверовать, исповедать и креститься? И как не успокоиться, когда здесь бываешь беспечален о грехах, сделанных до крещения, и там получишь вечный покой? Иго Христова есть смирение и кротость. Посему, кто смиряется пред всяким человеком, тот имеет покой, пребывая всегда без смущения. Тогда как тщеславный и горделивый находится в беспрестанном беспокойстве, опасаясь лишиться чего-нибудь, усиливаясь, как бы больше прославиться, как бы победить врагов. Это Христово иго, то есть смирение, легко, потому что нашей уничиженной природе удобнее смиряться, а не превозноситься. Впрочем, игом называются и все заповеди Христовы,
И все они легки по причине будущего воздаяния, хотя настоящее краткое время и кажутся тяжелыми. Комментарий Игнатия Лапкина. Иго Христа – это иго любви, возрожденная от Бога, возрожденная от Духа Божия, искупленная Иисусом душа, подобно Марии Магдалине, подобно невесте и песне в песне в песней. Успокоение даже среди огненных испытаний она находит в себе, только свидетельствуя о женихе своем. Труд, свободный во Христе, облагороженной деятельности, обновленной души. Это иго они с радостью несут на свободе и в узах, и этим в старости плодовиты, сочны и свежи. Так, простите. Это иго они с радостью несут на свободе и в узах, и этим они вдохновляются и переходят от силы в силу. Псалом 91:15. Они в старости будут плодовиты, сочны и свежи. И Псалом 103:33. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Час прошел, пожалуйста, вам слово. Так. Игнатий Тихонович, вам звонил участковый сегодня, нет? Ну, назвался участковым, позвонил. А кто его знает, кто он такой? Я говорю, давайте по скайпу выйдете, чтобы вас видно было. Нет, он начинает, а где живете? Ну, где, вот где нахожусь? То есть, дальше я вижу, уже насмешка идет. Я говорю, вы за забором где-то стоите, насмехаетесь-то. И больше не стал ему отвечать. Чего ему надо? Он ничего не говорит. Где я живу? Ну, где я прописан, вас интересует? Нет. А что они ищут? Не знаю. Ничего не сказал. Ни слова. Но мне он позвонил и сказал, что те люди, которые были-то у вас, они были, это люди были из Следственного комитета. О-о-о. И они хотели, кто-то у них запросил характеристику на вас. И он вас искал, чтобы получить эту характеристику. Я говорю, да характеристику-то не может характеризуемый сам себе дать. Он может такого себе наговорить, что... И... Но он засмеялся так. В общем, ну и меня говорит, ну а вы как характеризуете его? Я говорю, ну я сказал там, что говорю, духовным. Ну он говорит, это какая-то же там еще на Ползунова 6 религиозное, говорит, какое-то объединение. Вот так вот он спрашивает. Чего? Я говорю, что, кто, что, кому что надо-то? Не говорит. Ну, думаю, раз вы не говорите, то я не буду ничего говорить. Я говорю, вы приехали. Он говорит, я навел справки, эти люди, которые вы были, говорит, я узнавал, они были из Следственного комитета. Что это за контора такая, Следственный комитет? Я не знаю, не понимаю, кого они комитетуют, за кем следят. Что надо? Молчит, ничего не говорит. Нужна какая-то характеристика. И связано это именно с религиозным объединением. Вот, вот что. Если бы я поступал сейчас где-то в депутаты, или там поступал в школу, в КГБ-вскую, тогда надо было характеристику, или в милицию, там действительно нужно, а тут нет. А какие у вас соседи, а что, я говорю, я ни с кем не встречаюсь и не говорю, никого не знаю, как звать даже. Соседи, на вам надо, вы узнаете. Я говорю, я вас приглашаю в Потеряевку, я занят. Я говорю, да, а чем вы заняты-то? Воров только больше плодится, одни воруют, другие гоняются, все государство в этом. Люди-то воруют не по мелочи. Он, смотришь, там Сердюков, Васильева, речь идет о миллиардах, какие здания. А олигархи откуда набрались их? Миллиарды долларов, миллиарды. А мне характеристику зачем давать? Я отжил свою, Господь даст мне характеристику. Соседи что скажут обо мне? Они меня и не видят, и не знают. Это что-то темнят. Ну да, похоже на то. Подкапываются. Зачем-то вы им понадобились, а зачем, не говорят. Ну, может, они хотят меня к себе на работу принять.
Но он вроде говорит, и удостоверение показывали, и не открыли. Ничего я не знаю, никаких удостоверений. Ну, показывал, кому показывал-то? Меня он не видел даже. Кому показывал-то? Ну, все нет, это фальшь. Те со Следственного комитета, говорит, они, говорит, не открыли. А кому открывать-то? Зачем открывать? Хоть кто бы был наказ не открывать. Майор милиции говорит, стучаться когда надо, на дверях цепочка. Вот у меня старик рядом, прям вот, ну сколько, 20-30 метров-то. Пришел, только пошел за хлебом, приходит, бабка зарезанная лежит. Тут же сразу нашли наркоманок. А почему? Он у них делал ремонт, там штукатурил. Плеханова на Татьяну точно так же ремонтировал кто-то и топором зарубил. А я бы открывал. Он Геннадий-то Михайлович открыл, он сразу его убил. Иеромонаха Григория Яковлева. Главное, я открыл бы ему. Один нахожусь, открыл. У меня один раз было так. Полная комната важных людей, там Академгородок, Новосибирский, приехали. Ну, просто человек 12, здоровые такие ребята. Кто-то, ну, стучится в дверь. Ну, я не один, я смело открываю так. Они меня дверь оттолкнули, три здоровых лба ввалились. А как только шторку-то открыли, а полная комната мужиков. Так, они сразу ретировались. О, извините. А что хотели? А ничего не надо, меня уже сшибли. Все. Ну, ты видишь, тут человек 12, а их трое, явно, что не сладить. Береженого Бог бережет. 10 июня, через неделю, мне будет 79, еще бы год протянуть хотя бы. Как Бог даст. Они интересуются, а чем, ничего не говорят. А другие говорят, да это они готовят, тут что-нибудь строительство, они дома жгут, а которые люди были, остались 7-9 квадратных метров и все. Ну, то есть разбойники. Я не знаю, это мне позвонили там из Томска, из других мест, которые смотрели это снятое. А где вы живете? Да где живете? Где я живу? Где прописан, живу. А летом в деревне. Что за участковый, если не знает, где вы живете? Ну да. Ну, так. Уже стучаться он, я поставил ролик-то снято. А меня предупреждает, не вздумайте открывать там, заведите собаку на длинной цепи. Ну, человек, собака обнаружит только, одна без хозяина, что она сделает, собака? Она привязанная. Он к ней подходит с железной монтировкой, и давай ее бить. Какой-то там туркмен. Игнатий Тихонович. Да. Мир вам. С миром. Ну, на Следственный комитет эти люди были совершенно не похожи. Причем тут какая-то баба Маша? Да, вопрос-то о чем? Баба Маша это как называется? Ну, не знают меня, как назвать, даже не знали. Я говорю, кого вы ищете? А вот послали на Ползунова 6. Ну, как его фамилия-то? Никак не говорят. То есть, фальшь. Нет, нет, это не со Следственного комитета, даже сразу видно. Шпана какая-то. Пескова тоже спросил про бабу Машу. Он говорит, это баба Маша им адрес дала. Но Следственный комитет сказал бы, там Мария Ивановна или там Мария Николаевна какая-то. Но Следственный комитет говорит, баба Маша. Я бы никого, я не знаю, Следственный комитет, у них же документы все есть. И они бы ходили по дворам, спрашивали у бабы Маши, а кого ищет, не знает фамилию. Ну, как, тут ничего не сходится-то. Не сходится абсолютно. Когда меня арестовывали, они никакой фамилии не спрашивали. На работу пришли. До свидания, баба. Чего надо им? Никто не знает. Ну, напрасно бодрствует страж, если Господь не охраняет. Дело в Божьих руках. Дальше можно. Игнатий Тихонович, что такое пророчество? Пророчество – это когда Господь открывает суть человека. Обличительное слово. Каждый, кто придет, говорит, и пророчествует, он обличается всеми и судится. Апостол Павел. Иные понимают, пророчество это вот, что вперед будет, он предсказывает. Моисей, где он еще предсказал? То он сказал о прошлом, как землю творили. А какое пророчество говорил? Возьмем Исаия, там другие. Сказал одно слово, пророк. Они говорят о том, что есть обличительное слово. А Иона пошел тоже. Обличил их, и кто зайдет к вам, всеми обличается, всеми судится. Ревнуйте о дарах пророческих. Проповедь – это и пророчество, и есть знание души. Значит, Иисус Христос был пророком? Неужели? Конечно. Ты ли пророка спросил его? Нет, Иоанн говорит, нет. То есть с большой буквы пророк.
Один. Кто тут с Греции знает, там какой артикль стоит, как он считается, буква О с запятой. Такой только один. Вот как в немецком языке der или как там, вот, и в английском языке. Или предлог стоит перед словом одушевленное, там показывает как, единственное, или общее там, так и здесь. Это как предлог стоит перед словом. А Мухаммед был пророком? Не понял. Мухаммед был пророком? Вот мусульмане его считают последний пророк. Я говорю, а что он напророчествовал? Да нам он не надо про это говорить, не надо, это никогда не лезьте в это. Что там, кто? Мы знаем, последний пророк, это будет, придет вознесенный на небо Илия и Енох. Вот последние пророки. И их антихрист сразит, потом они воскреснут. Вы никогда не подсуседивайтесь, а их религии не рассуждайте. Меня Господь не посылает что-то, как Екатерина знала, великомученица. Она знала языческих богов и все им рассказала. Нам это не надо, тут все объяснено. Не поминайте, вот я тебе сказал три слова. Слово Аллах, Мухаммад, Коран. Три слова, поставь табу, никогда не поминай в разговоре. Ничего не потеряешь. Я проповедую Евангелие всей твари. Все. Они меня спрашивают, я говорю, написано, нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. А как пророк? Я говорю, считаем 4.12 деяния. Это вы сами рассудите. Нет другого имени. А кто не так проповедует? Анафема. Анафема ему, кто бы это ни был. Мы или ангелы придут с неба, все апостолы. Галатам 1 глава 8-9 стихи. Анафема. И все. Харем. На этом закончилось. Никогда за ними следом не идите. Читайте места Писания. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает. А кто это? Какое ему название? Там Будда или как? Нас это не касается. Любой неверующий не увидит жизни. Он будет в аду и за собой людей потянул. Хорошо поняла меня? Рахиль, да, да. Все Христос. Смотри, больше никогда не начинай и не называй. Знай Писание. Через призму Святой Библии все рассматривается. А когда сказали, а как они признают? А вот мы не признаем, меня это не касается. Вы признаете, не признаете. Я вам считаю Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. А они Евангелие, это у них называется там в их книге, Инжил, там написано это. Дескать, вы его испортили. Как? За испорченное шли люди, умирали. А через 6 столетий теперь вы узнали. А где оригинал тогда? Покажите. Как вы узнали, что испорчено? Первое, Евангелие было не такое. Ну, покажите, где, ничего нету. Ну, тут рассчитано-то даже не на дураков, а на верблюдов каких-то. Спасибо, Христос, Игнатий. Аллилуйя. Я последний вечер с вами. У кого какое-то желание там поговорить, вот сейчас кончим, вы можете скинуть по скайпу, вопросы там задать, может быть, что-то, я не знаю. Потому что из деревни у меня никак нельзя. Никак. Абсолютно. Там возможности такой нету. Вот я тут говорил Виктору, если он здесь, сразу мне, Виктор Николаевич, скинь. На что опираться-то, чтобы за меня тут заплатили деньги-то? А куда, он говорит, номер-то, Виктор, и там наш Виктор? А я говорю, не знаю. Значит, ты на него выйди, или тут на меня лучше всего скинь, да на него попутно. Сергей, завтра приди пораньше. С тобой Виктор говорил сегодня, чтобы ты мне размонтировал всю систему? Говорил. Приди пораньше, пораньше, минут без 27. В 7 уже приедет Андрей. И помоги мне, я на шнуры там, я сделал тут клеймо какое-то поставлю. Он говорит, Андрей там с Головачем поговорил, он приедет и у меня там установит. Ну, пусть установит, но надо, чтобы оплачено было. Говорит, все будет сделано. Я там только снимаю и ставлю ролики, стараюсь не зайти. Там деньги просто бешено идут. Сейчас пробудешь и уже оплатишь больше, чем здесь. А здесь круглосуточные 500 рублей хватает. Я сам-то не плачу ни за что. Нашлись добродетели, платят. Я не понял, у вас в Потеряевке тоже будет оплачиваться интернет? А как же? Здесь-то блокируется, а там с этой... Ну, на кого он установлен-то? Телефон, Виктор, я и не знал это. Там тарелка большая, Виктор Николаевич установил, Савченко. Теперь надо на меня перевести это все. А как?
Я приехал туда, он деньги-то платить, а как платить? Я не знаю, как-то Никита знал, и он как-то платил. Приходит, я ему дал 1000, он пошел, заплатил. Иногда бывает так, среди ночи я встал, она говорит, не оплачено. Я Никите скорее, Никита сейчас будет, и притом быстро восстанавливал. По 500 рублей кидал ему. Там меня никак нельзя самому-то, я не знаю ничего. Ты мне приди завтра, пожалуйста, не опоздай. Потому что у меня тут много, со мной надо залезть и наверх, там голубей переловить. Кошка тут, имущество. И приедет Андрей, там у него куплено, что заказывали, надо перегруз сделать. Я сейчас жду, Галина Алексеевна в Леське должна подъехать, вот сейчас, через час примерно. И в воскресенье, рано утром, уже в 6 утра, встречать, вот тут Марина была, ее нету, Христенко, с дочерью Полиной. Дала знать. А как там проедут, не проедут? Ну, это воскресенье, я в субботу если доеду, ехать только через Корчино. Дорога разбитая вся. Ну, дожди идут. Если сядешь, то не вылезешь. Если тогда через пруды проехать, а если дождь будет, ехать только вокруг и с той стороны в деревню заезжать. Это на 50 километров с лишним больше. Выбора-то нет никакого. А которые собирались корреспонденты, я сейчас им сказал, там, Волобуеву, чтобы они могли выехать сегодня или завтра и на поезде. А там 4 километра. Позвонит батюшке, кто-то съездит, я сегодня говорил. Никого нет. Я говорю, батюшка, ну как, приехали или где? Будут на улице стоять-то, надо встретить. А нет, значит, пешком пойти и провести их. Потому что куда они пойдут, они же не знают, ночь. Приходит это в 1:00 ночи. Ну. Так, а Андрей вас на чем повезет, не знаете? Он сказал на своей машине. На микроавтобусе. Сказал, встретит там Марину Андрею нашему, Устинову. Газель-то стоит-то. Ну, там, не знаю как, не оформили. Надо платить что-то там, то другое. Я говорю, я беру на себя эти расходы, там сколько, 7 тысяч или сколько. Выхода-то никакого нет. Когда Виктор Николаевич был, вопросов никаких не было. На нем машина. Ну, там-то до Корчина-то он доедет. А в город-то ехать, значит, надо какие-то там страховки. Я не знаю, он говорил. Вчера мы с ним разговаривали. Я говорю, я надеялся, что придет машина наша, «Газель». Ну, и, конечно, мне оплачивать горище на две машины. Самый богатый я. Смешно как-то даже. А вот как Бог слышит? Вот едет Марина, у нее нет ничего денег-то. Ну, решили взять на себя. Только об этом говорили. С Испании Ирма присылает 22 тысячи. Один конец уже оправдан. Вот не говорил ничего Николай Астахов. Я не знаю, сегодня он есть или нет. Он там заплатил сколько-то за нее, то ли за билет, то ли что, я разузнаю. И тут один еще заказал, не Крутенко Максим, заказал Новый Завет, 3000, а отдал ей Марине, а она мне куда? Да тебе это все, а ему, с ней я отдам Новый Завет. Что тебе дали там за наши книги, дорогу? Это все твое. Надо не только билет оправдать тебе туда-сюда с девочкой-то, а и на питание, чтобы было. И как Бог так сделал, у меня-то ничего нету, 7000 пенсия. И все есть. Вот удивительно даже. Только сказал, приезжайте, а у меня нет ничего. Она говорит, я все в комнате посмотрела, продаю. Я говорю, не делай этого. Продаешь, а потом втридорого покупать будешь. А ты продавать будешь сейчас, за даром отдашь. Ничего не продавай. Займи у кого-то. И она не могла даже занять нигде. Как так? Обычно, ну, столько же, я скажу, отдам осенью. Ну, вот так получилось, а получилось как надо. Вот у меня, я вижу, тут Рустик, он был сегодня, его принимают на такую работу, он зашел и спрашивает, у него вопрос конкретный, можно, нет, христианину работать. Я говорю, там-то только работайте, только береги себя. Такая работа, ну, связана, как говорится, с воинской дисциплиной. Вот так, чтобы нигде замечания не было. Ни нагневаться, ни накричать, ничего не надо. Молча подумал, а потом больше, и он как будто послушал. Дай Бог ему мудрости.
Вера тут заботилась, это Митрохина обо мне. Вчера я не был. Почему не был? Я вчера в интернете был. Позавчера не был, я в больнице был. Но он у меня не выключался. Все равно же видно, что и мы там были. Под тюрьму ездили тоже. Это не вчера было. Вчера я дома был. Сергей, ты бы приехал пораньше завтра-то, а потом подумай, как, может, поедешь по Теряевку, когда ты так нужен там. Которые твои клиенты, кстати, собак дрессировать не еще там не набралось? Нет, пока нет. И в прошлом году также нет. Они как думают, раз и в дамки. Ну, эти мирские люди у меня занимаются, а им зачем ехать в религиозную деревню? Ну да. Не готовы. Ради юбок не едут. Понятно. Так ехали, как бы в штанах. Ну вот еще день, два дня еще. Как два дня? Один день до дня деревни-то. Кто будет, как проедет, пока не знаем. Помолитесь, я собираюсь, Игнатий Тихонович, и все помолитесь, пожалуйста. Ну, это Оля. Конечно, ты недалеко. Помоги, Господи, через Корчину, и там, когда не ехать через Моринске, а там у кого-то спросите, как проехать, как, ну, по бугру. А там мы сделали надпись на Потеряевку, а тут только скатишься и все, если дождя не будет. Игнатий Тихонович, я автобусом, а там Алексей должен меня встретить. Устинов, Корчина. Ну, Алексей-то тебя встретит, так, ну, хорошо. За дорогу-то с ними рассчитывайтесь, я с этих-то не могу ничего это сказать, самому придется рассчитываться. У них-то ничего в деревне тоже нету лишнего. Хорошо, хорошо, это мы знаем. Вот так. Моя кукуруза-то всходит у вас, нет? Сходит, Игнатий Тихонович. Еще там пророщенные семена вести, не вести. У меня еще есть семена пророщие. Ну, я не знаю. Надо с Володей связаться. Я люблю кукурузу. Выращиваю, поблагодарим. Ну, давайте. Вы, Игнатий Тихонович, вы едете завтра один? Или кто еще с вами едет? Я тебе сейчас только сказал, что вот через час должна поехать Галина Алексеевна Влеська, которая была в прошлом году с Новокузнецка. И едет она с двумя сестрами, их трое. Ну, к ним-то я и по... Она сама за рулем. А ей уже 60 лет, видно. Ну и... А Андрей просто груз повезет, без людей. Груз и я с ним. Я с ним рядом, с голубями. Ага, а те сестры на своей машине поедут, да? А сестры на своей, к ним я хочу подсадить Надежду Васильевну. И они, может быть, мешка 2-3 возьмут у меня. Я так их не выпущу. Но у меня много. Муки, крупы, сахар, масло. Тяжелое все. Вот ты бы поехал, я бы тебе хотя бы мешка 2 подцепил. А он тогда, Андрей, говорит, я съезжу, а потом вернусь и еще раз съезжу, не знаю. Я говорю, раз приедешь, так у нас и будь. Тут не к спеху. Может, в следующую субботу. Надо, чтобы кто-то был здесь, открыли, погрузили. Я сухарей-то сушил. У меня целый мешок получился. Это не Анила сушила мне. Да я хотел это, корма, мешок загрузить для... Наверное, не войдет тогда в другой раз. Никак, нету. Какой там? Я свои сумки-то никак. У меня же и одежду надо брать. Мы же осенью возвращаемся. Уже иногда снег выпадает в октябре. Если вторым рейсом поедет, тогда... Ну, Надежда Васильевна там всяких этих тоже надо будет забрать. Это не тяжелая, но объемная. Вот. Мне надо завтра в 8 уехать от вас. Мне к 9 на работу. Ну, 8 ты уедешь. Мы уже 8 даже тронуться отсюда. Да, надо нам тронуться. Ты приехай минут до без 27, а то пораньше. Размонтировать все мне, сложить, упаковать компьютер, и дальше монитор.
Тут все, наушники, все остальное. Ничего, ничего нету. Ну, вот тут такая версия, что вот эти буддисты, которые на вас жалобу топят. Ну, а еще, еще. Прикидываются полицейскими. Ну, еще дальше-то, буддисты. Еще они, буддисты-то. Ну, я его ролик-то убрал сразу и все. Я прочитал статью, которую написал митрополит Владимир 108 лет назад. Какое отношение имеет ко мне? А ее недавно все это опубликовала Московская патриархия. Ну так просто привязываются, они не знают, где статья о буддисте, что такое буддизм. Православный он принял же, у них своя концепция, что Рерихи, Блаватская вне церкви. А вне церкви, значит, сатаной. А этот участковый-то говорил вам, что он на вашей территории находится-то стоит? Не знаю я. А какая на территории? Ну, по телефону вам звонил сегодня участковый. Ну и какая мне... территория его? Какая? Где я живу? Здесь, на моей кровати, да, что ли? Да, он мне сказал, что я на Ползунова 6. Не видал я его. Не видали? Ну, это не участковый, может быть. Брехуны какие-то, а слышу, там засмеялись. А потом я молчал, а он, ну и Бог вам судья. Участковый, Бог вам судья. Уже судил, и Богу передал на суд. Ну, шпана какая-то. Участковый, еще бы он так разговаривал. И одно и то же. Я 3 раза ответил, он опять одно и то же. То есть у них ни вопросов, ничего нету. А где я живу? Я-то, понимаете, звонил официально номеру в полицию, либо у них там свой человек сидит. Вот. Ну, а это-то звонил, откуда ты знаешь, кто? Там ты звонил... Я не знаю. Ну, не знаешь, так, лично ты не говоришь. Он-то мне позвонил, он-то откуда мой номер узнал? Мой номер... Какая тайна? У нас везде. Когда я даю телефоны, маршрутка, там ваши все указаны. И в Канаду, которые уехали. Нет, как буддист мог узнать, что я звонил в полицию? Вот у меня вопрос какой волнует. Ну, я не знаю. Это, скорее всего, участковый. Ну, такого... Ну, не надо, вы сейчас закрывать умеете тему, не разговаривайте об этом. Все, вопрос снятый. Так, коробки для компьютера там у вас есть? Там его как-то упаковать? Есть, все у меня есть. Ты расскажи, что последнее занятие до октября. Везде все распускается в университетах, везде все свобода. Никаких занятий в это время не ведут летом. Все на дачах, на пляжах. Вы только на пляж-то не ходите, это не христианское место. Мы на огородах. На огородах, да. На пляж можно ходить там, где мусульмане охраняют, женщины к женщинам. Там по-настоящему охраняют. И одежду дают такую. Они купаются в одежде, одежду сделали такая, она насквозь проходит вода. Вот они как охраняют себя. Охраняет женщина полицейская. И везде возведен забор 2 метра. Да никогда православные так не жили и не знали. Так, что там у нас? Все, давай, молись, 29. Игнатий Тихонович, счастливой вам езды, пусть Бог благословит вас вернуться, мы дождемся вас. Спасибо, с Богом. Молитесь, вот это вокруг меня крутится разное-то. Угу. Молимся, да. Молимся, молимся. Ангелы хранители. Достойно есть якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Игнатий Тихонович, молитесь. Любящий и милосердный Создатель, мы предстали перед Твоим величием, чтобы воздать Тебе хвалу за Твое великое, дивное долготерпение. Ты благословил нас в этом году.
мы считали Слово Твое. Если в чем мы погрешили, прости нас и благослови каждого окончить жизнь свою, достигнув пристани Царствия Твоего. Сохрани от недобрых, беспорядочных и злых людей. Благодарю Тебя за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все в свое время окажется на пользу. Тебе, Господи, хвала и слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. С Богом, спаси Христос. Аминь. С Богом, спаси Христос. С Богом. Помоги, спаси Господи, Христос. Сохрани в пути. Аминь. Ангелов вам хранителя. Слава Иисусу. С Богом, молимся за вас. Вас благодарю всех.